Всем доброго времени суток, ребят. У меня хорошая для вас новость. Выделили время для снятия видоса именно по тематике GPT-50LP. И именно что касаемо цветной гравировки. И тут надо опять же поблагодарить определенного подписчика, который меня на это мотивировал. Объясню сразу, в чем прикол. Один из подписчиков, ну действительно, то есть даже не из подписчиков, а из покупателей станков, кто приобрел станок у меня. И приобрел он, получается, Raikus 30Q. Сильно заморочился человек, прям очень сильно заморочился, начал делать цветную гравировку вот на таких вот вещах. То есть он прям подпыжился, так сказать, ну, конкретно. Вот. Я думаю, ну раз у меня уже покупатели настолько заморачиваются, я сижу, ничего не делаю, то есть занимаюсь основной работой, думаю, надо что-то для видоса тоже сделать красивое. Вот. Решил тоже заморочиться, сделать такой вот жетон тестовый. Сразу скажу, ребят, по этим жетонам, по тестовым, именно по этим макетам, я их сохранил, выложу под видосом, ссылочка вот в описании. От вас, ребят, за такую заморочку не забывайте поставить лайк обязательно, потому что, ну, действительно, я, блядь, потратил время целую кучу, 28 кубиков прописал полностью здесь параметры по 28 кубикам и прописал это два раза, чтобы примерно понимали, и плюс это для вас я сохранил, и плюс этот макет у вас уже будет готовый, то есть вам не надо бы заморачиваться. В чем прикол такого жетона? Да я думаю, наверное, в том, что сейчас мы все-таки модернизируемся каждый раз у нас какие-то идут новые заказы, какие-то идут заморочки, люди хотят как-то извратиться по-особенному, все хотят что-то сделать красивое, вот, естественно, мы должны предложить человеку что-то интересное, допустим, там, цветную гравировку, там, красивую, вот, и в этом случае человек, естественно, согласится только работать с тем, как говорится, исполнителем, кто сможет предоставить действительно, ну, что-то необычное. Скажу честно, меня здесь интересовало всего лишь только лишь два цвета. Это красный, четкий красный цвет. Здесь, к сожалению, его не видно хорошо. Он идет, ну, блядь, почему-то, не знаю, почему так получилось. Вот 33 кГц получается мощность 8%, скорость 80. То есть он там идет более четко. Здесь на 100 мм в секунду он идет у нас почему-то не четко. И вот вариант 60 на 30, ну, не особо хорошо. Почему-то зашло 60 на 30, ну да ладно, суть не в этом. Я все равно буду использовать это 80 на 33, не более. Вот, и тут второй вариант я сделал получше уже, это вариант 10% мощности. То есть те же самые показатели тут скоростные, единственное, что здесь идет 10% мощности, и у нас более широкий получился спектр по красным цветам, и более широкий спектр получился по оттенкам фиолетового цвета. То есть, ну, грубо говоря, фиолетовый здесь получилось 1, 2, 3 четких, по поводу красных тоже получилось 3 цвета красных, такие с разнотонными вариантами. Плюс желтые и зеленых здесь гораздо больше. То есть мне вот понравился зеленый, значит, это 60 на 30. Также зеленый 80 на 32, 33, 34. И пошли потом, допустим, 100 на 35 и 100 на 36 при 10%. То есть, ну, приятный зеленый цвет получился. Такой, кстати, разношерстный. Темно-синий цвет. Это будет, скорее всего, больше 100 на 34. Ну, уже да ладно, опять же повторю сразу, цветная гравировка станками не предусмотрена, цветная гравировка делается только лишь на нержавейке и титанах, поэтому кто там говорит, что я буду делать там цветную гравировку на дереве, на пластике, там, на алюминии, на всем чем угодно, ребят, забудьте, забудьте, делайте цветную гравировку только лишь на нержавейке. Да, выглядит все это красиво, прикольно, видос обязательно, как это делал, сейчас вам покажу в конце видеоролика именно этого. Ребят, от вас, естественно, не забывайте, это лайк. Вот, подписка на канал, блин, макет готовый, скачивайте, ссылка будет в описании обязательно. Подходит макет для GPT-50LP, в принципе, можно заморочиться его протестировать на том же самом станочке Raikus 30Q, скажу сразу, частоты здесь, ну, в принципе, подходит, в принципе, можно их протестировать. Вот, частотный диапазон, видите, я здесь использовал короткий, то есть не сильно разбегался, опять же, меня именно в этом частотном диапазоне интересовали определенные цвета. Плотность здесь заливки используется 0,01 миллиметра. Вот, ну, в целом то, что я хотел. А и, кстати, главный момент, который я забыл вам уточнить, чтобы вы понимали, линза здесь используется только лишь 200 на 200. Я про это уже много-много раз говорил, показывал вам предыдущие видосы, там, когда продавал, допустим, оборудование заказчикам. Вот, я вам показывал тесты, что, ну, действительно, станки GPT-LP хорошо делают эту гравировку на нержавейке, там, показывал на тарелке, еще такие там жетоны тоже это делал. Ну, в целом, ребят, скажу, зачетно все получилось, поэтому не забываем, ставим, опять же, лайки, подписка, кто хочет продонатить каналу, не вопрос, опять же, деньги тут чисто на развитие канала, то есть покупка всякой лабуды, которая поможет мне в дальнейшем снимать видосики. Вопрос денег с моей стороны не стоит, потому что видосы я снимаю в основном для вас.
такие вещи выкладываю для вас. И еще один момент, который хотел бы уточнить, опять же, в этом именно видеоролике. Ребят, кто обращается ко мне по поводу макетов, ну, подогнать, что-то там сделать, там поделиться, подарить. Ребят, свои макеты я не делюсь, просто так объясню почему. То есть они в продаже у меня есть, я их продаю, я их не делюсь. Потому что макеты я потратил очень много времени, и в принципе я не хочу просто их раздавать, чтобы создавать себе конкуренцию именно по макетам. Поэтому кому интересно, что касаемо по макетам купить, не вопрос, обращайтесь. Что касаемо поделиться, ребят, я только делюсь тем, что, ну, что хочу. Знаю, что здесь конкуренцию не составите, да, это прикольно для вас, это облегчит. Для тех, кто планирует купить у нас оборудование, это тоже будет прикольная тематика, это тоже будет, в принципе, актуально для людей. Не будете задавать мне вопросы глупые, там, допустим, а какой цвет, а какая часа, какие параметры. То есть это дело именно для, в основном для тех, кто у нас обращается по поводу оборудования. Поэтому такая тема, она прикольная, у вас висит где-нибудь, и вы, в принципе, в любой момент при необходимости, когда вам приходит заказчик и хочет сделать там, на жетоне какую-то определенную цветную гравировку, вы можете с легкостью показать какие-то цвета, можете сделать там, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, зеленый, там, темно-коричневый цвет. С синими цветами они идут у нас на низких частотах при двойном проходе кросс-хатч. Вот, поэтому здесь как-то так. Все, ребят, вас не отвлекаю, у меня там заявки сыпятся, поэтому давайте вам хорошо не настроение. Всем пока-пока, смотрите видос, сейчас будет в конце, как это все происходило.